Всем привет! Джейсон снова на связи. В этом видео познакомимся с игровыми механическими клавиатурами от компании Bloody. Это модели B760 и B800. Главной их особенностью является использование фирменных оптических переключателей, которые, по заверению производителя, обладают молниеносным откликом, высокой долговечностью, ультрапрочностью и износостойкостью. Начнем знакомство с упаковки. Клавиатуры поставляются в красочных коробках с характерным для бренда Bloody красно-черным оформлением. Как всегда, всю ключевую информацию найдете с их обратной стороны. Внутри каждой из коробок, помимо клавиатуры, также найдете 8 дополнительных оранжевых клавиш, выполненных из ABS-пластика, руководство пользователя, гарантийный талон и съемник для клавиш. Клавиатуры имеют относительно компактный скелетон-дизайн в стиле классических 104-клавишных вариантов. Внешне выглядят строго и сдержанно. У модели B760 корпус сверху выполнен из алюминиевого сплава серого цвета с элементами грубой продольной шлифовки. Ее вес без учета кабеля составляет 765 грамм. Верх корпуса у B800 пластиковый, с рисунком в виде пчелиных сот. Вес у нее уже немного скромнее, 667 грамм. Клавиши расположены ступенчато относительно высоты друг друга. Передний край клавиш нижнего ряда у обеих клавиатур находится на высоте в 28 мм от поверхности стола, а задний край верхнего ряда находится на высоте в 37 мм. За счет прорезиненных откидных ножек может быть приподнят на высоту в 48 мм. Снизу по краям находятся резиновые ножки. По столу не скользят, да и на коврике чувствуют себя прекрасно. Пластик на нижней части у обеих клавиатур имеет шероховатую поверхность. Присутствуют здесь и дренажные отверстия. У клавиатур заявлена влагозащита печатной платы. Раскладка представлена в классическом американском варианте NC с цифровым блоком, длинными клавишами Shift и Backslash, а также одноэтажным Enter и равнозначными клавишами Alt. Клавиша пробел у клавиатур усилена. Нажимается с любого края четко. Клавиши съемные, имеют софт-тач покрытие. Кириллица расположена на одном уровне с латиницей, что для кого-то может показаться не совсем привычным и удобным. Я предполагаю, сделано это здесь из-за того, что светодиод подсветки клавиши находится в верхней ее части. От себя скажу, буквально за вечер работы я к этому привык и уже не обращал на это внимания. Еще нюанс, символы и цифры, расположенные в нижней части клавиш, подсвечиваются не так ярко, как те, что находятся в верхней части. Подсветка у клавиатуры B800 обладает одним цветом, оранжевым. Яркость регулируемая, присутствует режим пульсации. У клавиатуры B760 подсветка семицветная, поделена на зоны. Цвет зон изменять нельзя. Также присутствует режим пульсации и регулировка яркости. Каких-либо других профилей подсветки, типа подсветки только игровых клавиш, в данных клавиатурах не предусмотрено. Подсветку можно отключить. При этом символы имеют серебристую гравировку и легко читаются даже без подсветки. Как я уже говорил ранее, в основе кнопок используются оптические переключатели Light Strike, время отклика которых составляет до 0,2 миллисекунды. Их ресурс, по заявлению производителя, составляет 100 миллионов нажатий. В клавиатуре B760 используются зеленые свечи с полным ходом нажатия в 4 мм, а в B800 установлены синие свечи с ходом в 3 мм. Кликают обе клавиатуры громко и звонко, причем звук очень похож на тот, который издает классическая печатная машинка. Нажимаются клавиши легко, при этом раздается четкий щелчок и тактильно его можно ощутить, хотя отдача мягкая. На мой слух все же B800 звучит немного тише. Провод у клавиатур не съемный, достаточно гибкий. У B760 без оплетки, а у B800 в оплетке. Длина 1,8 метра. Защита от перегиба имеется. В клавиатурах заложен дополнительный функционал, который реализуется с помощью фирменного программного обеспечения. Утилита для клавиатур называется KDominator 2, и она предлагает инструменты для их полнофункционального программирования. Например, вы можете делать макросы для выполнения различных комбо в играх и назначить их на простые комбинации клавиш. Также можно создавать различные профили использования клавиатуры и быстро переключаться между ними. Как итог, Bloody B760 и B800 – это отличный вариант для тех, кто ищет себе недорогую механику с классическим дизайном на быстрых и долговечных оптических свечах и не сильно парится по поводу наличия встроенных профилей подсветки. Ну а я, как всегда, рекомендую, если есть возможность пощупать и поклацать девайс перед покупкой, обязательно это сделайте, дабы ваш выбор был максимально осознанным. На этом у меня все. Буду благодарен вам за лайки и комментарии под этим видео, а также за подписку, если еще не подписаны. Этим вы поддержите меня и мой канал на просторах YouTube. Всем удачи, добра, здоровья, хорошего настроения. С вами, как всегда, был Джейсон. Увидимся в новом видео. Покедова!